Владивосток, 11 ноября 2023 года, бухта Золотой Рог, Золотой мост. Сопка Крестовая на Гершельде. Набережная Цесаревича. Строительство музейно-театрального комплекса. Фуникулёр. Здесь на набережной прокат велосипедов. Прозвучал полуденный выстрел на корабельной набережной. Там пушки стоят. Там Матросский сквер. Людей нету, так единицы ходят, холодно на улице.
вот в этих зданиях непонятно что, вроде они пустуют. Там в здании, вон в том, ну, проходят иногда мероприятия какие-то. А так, по-моему, вот это все пустое. И там тоже то здание пустое. И вот это вот беленькое. Ну, короче, непонятно. Здесь вот мост любви. Свадьбы приезжают, фотографируются. Там Мумитроль-бар. Детская площадка там. Вот здесь вот сквер Матросский. Здесь такой вот якорь установлен. Ну и типа что-то вроде компаса. Здесь вот какая-то надпись. Ветерок дует, прохладно. Здесь вот заброшенное здание, это, наверное, бывшие цеха дальзавода, но они пустуют. Там часть завода работает.
кирпичики, не подходить ближе 2 метров. Ну, мало ли, может кирпич какой-нибудь вылетит или с крыши что-нибудь прилетит. Вот это еще осталось с советских времен. Вот это вот здание в каких-то годах, от этого здания остались одни стены.
И оно в таком состоянии стояло долго-долго, но потом вот восстановили. Такая вот красота стала. Вот это здание, здесь когда-то была библиотека, но оно уже в плохом состоянии, много лет, и вот затянули фасад. Вот здесь вот раньше было кафе-мороженое «Дюймовочка», ну, конечно, в другом виде оно все выглядело, но вот здесь было кафе-мороженое «Дюймовочка», а там школа. Там на фасаде звезда